Там что играет? Там официалки шли шпилит эти чела? Не пойму. Дота 2, 46 Я поведений чел. нет. А, ну он стримит доту. Алоха стримит доту. А, не просто в играх понял. Ну там КВшки до сюда. PlayerUnknown смотрит дохуище людей. Так а чё, кекс разъём будет, типа? Ну, он вроде там победил. Кто-то что-то писал в чате. Ну, блин, дофига людей, потому что вот я смотрю Lyric, Summit, Shroud, VLG, KX. Все, все, короче, играют в нее. Фидо, не знаю, буду, наверное. Пошла катка. У тебя все еще боязнь этого самого, признайся. То, что ты поиграешь в радугу и будешь промахиваться, ты пикаешь, кстати. Да, я поэтому не хотел. Найс моб, кстати. Да, уже привыкнуть к ней должны были. Меня больше бесит японский дом этот. С кухней. Японский тоже там. А, очень нет. Много всего, что-то и постоянно теряешься. Он не японский. Почему ты его японским назвал? Имею в виду с кухни, которую мы вчера шпилили. Где еще бомбу ставили, снова сбежал в обход. Ват. Японский это где небоскреб? Ну, я поэтому говорю, не знаю, чего японским назвал. Ваша задача обнаружить химконтейнер. Блять. А тебе за стримы этого Battlegrounds как всем платили? Конечно, всем одинаково. Я что думал, кому-то больше, кому-то меньше. Спасибо, Шторм Зрисап. Но пока болею. В принципе, да. Все верно. Всем по полтиннику. Контейнер обнаружен. Захватите его. Так, где эти суки? Бля, какая пиздатая радуга. Я каждый раз захожу в нее и осознаю это. Насколько же она пиздатая. Так не говорил, когда это... Когда я тебе предлагал в нее поиграть. Когда чё? Когда я тебе предлагал в нее поиграть. Я, в смысле, согласился и был рад. Что за хуйня происходит? Запустила бота. Так, а чё у нас тут есть вообще кто? Боже, у меня тут два типа. Серьезно, что они тут делают? Тут у смог еще пол хп, короче, на моем трупе. Смок или смокера? Блять. Ну давай. Закрыто быть здесь. А ты Twitch был? Да. Да пиздец, рот берешь? Да или нет? Соси. Да, вот рот.
Ворот чистой воды. Там здесь борода. Будет меня сейвить. Значит, все будет турбо плохо. Так, короче. Где я? Вот я. Это пробил тут такое очко. Там чел. Ага. Серьезно, этот смог. Охраняйте контейнер. Сука. Живых один оперативник. В смысле? Мы въебали, сейчас да? Сейчас клево. Бля, ну этот один в три был. Ситуэйшн. Это не очень круто. Мне глаз просто ни по кому не попадал. Кинул меня? Не, он с окна стрелял, не мог мне по кому попасть. Понял. Найс катает. Ну ладно, поехали, смог. Блин, почему квартир футболисты выбирают, я не понимаю. Могу перевыбрать. Ну, потому что она удобная. Потому что комната для фасовки, там сверху все разъебывают все стены и залазят. Его хуй отдефишь. Там можно зато фланкануть сбоку. Тут тоже с можно. С другого выхода на крышу. С соседнего дома. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Используйте пластины. Блять, ну тут, конечно, тоже нелегко удержать все стены. Вот врага нашел хим-контейнер. Мягко говоря, нелегко. Ладно, тут я креплю. И вот тут укреплю. И буду получать пизделей. Не дайте врагу добраться до объекта. Угу. Пилит. Пилит сверлит. Там глаз. Угу. Тут что ультрафан будет на таргете? Там щит еще. Куда откинул смог? Блять, там глаз. Да, там был один, его убили. С другой стороны теперь еще. Глаз есть. Он меня пасет, скорее всего. Блять. Блять, хуёво вышло. Недавно принялся на таргете. Термит. Угу. Вот он. Вот так вот. Не скатайте. На. Ебана.
задача — обнаружить хим-контейнер. Блин, это точка. На этой мапе реально надо комбинить за атаку, типа Эш, Глаз, там, еще кто-нибудь. Почему Эш? Все стены ломаешь, и... ну потому что Эш может 3 стены сломать, даже больше. Блять, пидоры. Так, ну у нас есть термит, есть хибана, мы можем как бы, блять, там бандит, правда. У нас тащера нет. Хуёво дело. Скажи. Обнаружьте и захватите хим-контейнер. Тринадцать метров. Понял. Вот готов. О, тут дырочка еще такая. Ох, ебать. Понял. Принял. Сука. Один есть. Сука, урод. Со второй не вышло. Так, там тэмачи надо выдать легкие, да? Я так понимаю. Легенькие. Я разменялся, то все нормально. Разменяться недостаточно, по-моему, с этой темой, чтобы победить. Нормально занять тут. О, сисик заехал. Боже, что с ним не так? А, лол, это на первом этаже. Ну, тогда. Че думал, это на втором. Прекратить охрану контейнера. Видишь, какая быстрая просто катка в радуге. Просто же кнопку нажимал на голову. Все оперативники мертвы. Да, короче, не успеем. На такой катке не очень много удовольствия. Так сейчас камыч начнется. Видит бог. Так, там будет опять этот рот, короче говоря. На глазе будут разъебывать стену. Могу взять бандиты, не понял, чтобы у них был этот самый чел. А, комната для фасовки, даже так. Тогда я буду каверой. Ты мечи раздал? Да. Ебать, как люди любят тэмачи. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану. А лорду че не дал? Я ему легкий дал. Че это? Пощадил. Думаешь, не стоило? Да я думаю, как всем надо было. Чему лучше? Ну так дал бы. Ты же катанка? Да нет. Ну просто ты как бы это делал? Я че? Я против гусей ничего не имею. Да ну. Иногда можно. 10 секунд. Почему бы нет? Бля, охуительное уплотнение тут. Осталось 5 секунд. Ну, ладно уж, я поставлю к ним тогда свою хуйню. Хунюшка дошко. Думаешь, гуси это норм? Ну иногда можно парочку, почему нет?
Блять, у них серьезно? Тащер? О, фанчер будет. У меня обнаружили. Сейчас будет лютый фан. Один есть. Один дофайнался. Это он, блядь, вышел зарашить? Блядь, они жестко рофлят. Ты там чекаешь, что этаж, никто не зайдет? Я чекаю, но может кто-то зайдет. Ты делаешь мне больно. Своими словами. Преграда есть! Вот там кто-то задыхается. Нормально так. Ты где еще был? Иду где-то. Бля, там нашел чел. Ло, ползает вообще по комнате с таргетом. Что за хуйня? По этой, по проволоке. Пиздец. Надо походу въеб, да? Враг готовит оборону объекта. Жив один оперативник. Забавно. Провал. Группа устранена. Че по комбекичу? Чикнули. Не, ну у нас реально пиздец. Что-то вот эти РПС два чела. Не раздупляли, что происходит. Клан. Что там по долгим каткам? В принципе, неплохо поиграли. Че теперь делать будем, пока там играют?